Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. Признали годным до лета. Поле стадиона «Звезда» сможет принимать матчи российской футбольной премьер-лиги только этой весной. Напомню, в начале этой недели Пермь посетила совместная комиссия РФС и РФПЛ. Она решила возобновить действие сертификата искусственного покрытия, но на совсем небольшой период. Тестовая лаборатория по приемке искусственных газонов находится в распоряжении РФС. Были достаточно жаркие споры. Работы с полем проведены, гранулят засыпан. Но важно, что принято решение ограничить срок действия сертификата до 31 мая. Затем газон необходимо будет заменить. Так что рекомендации даны достаточно жесткие. Дальше только новое поле. В общем, «Амкар» сможет провести все три оставшихся домашних матча чемпионата страны. В соперниках будут столичный «Спартак», грозненский «Ахмат» и «Рубин» из Казани. Он посетит Пермь в ближайшую субботу. Женская сборная России по футболу тем временем провела еще один матч отборочного турнира к чемпионату мира 2019 года. В Астане она встречалась с национальной командой Казахстана. Наши уверенно победили 3-0. В составе сборной весь матч провели игроки «Звезды 2005» Анастасия Акимова и Мария Галай. На 65-й минуте тренеры заменили еще одну пермячку — Софию Шишкину. Сейчас россиянки идут на третьем месте в своей группе. Лидируют команды Англии и Уэльса. С ними наша команда сыграет в июне. И в завершение об успехах пермяков в игре «Дартс». В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России. От нашего региона было приличное количество участников на этом турнире, но с наградами с берегов Невы вернулись только двое. Михаил Курицын и Кирилл Фадеев взяли бронзу в споре мужских пар и выполнили норматив кандидат мастера спорта. Фадеев также неплохо шел в одиночном разряде, но в итоге добрался только до четвертьфинала. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.